Всем привет, с вами Серега, и сегодня я вам расскажу, как можно заработать еще больше на переходе по своим ссылкам. Если кто не помнит, у нас было такое видео, посвящено оно было сервису CatCut. Здесь мы получаем деньги, если пользователь переходит по нашей ссылке и кликает по рекламе. И я нашел еще два таких похожих сервиса. Это AdFly, здесь нам платят в долларах, и Q32Link, здесь нам тоже платят в рублях. Ну и принцип работы этих всех сайтов абсолютно одинаковый, то есть мы оставляем какую-нибудь ссылку пропущенную с помощью этого сервиса, сокращаем ее, пользователь приходит по нашей ссылке, смотрит рекламу, а нам за это начисляется денежка. Это в принципе все и так понятно, но как же заработать на этих сервисах больше? Потому что если пользователь два раза будет щелкать по одной ссылке, то за второй раз ему будет начисляться намного меньше денег, чем за первый переход. Поэтому мы будем использовать три сайта, то есть одну ссылку мы пропустим через три этих сервиса и соответственно сможем заработать намного больше. Ну и самое, конечно же, главное, где это все распространять. Если у вас, например, есть канал на YouTube или группа ВКонтакте, то вы можете оставлять ссылки, пропущенные через эти сервисы, в описании. Ну, например, оставлять ссылку на свою страницу ВКонтакте. Вот, например, как я вот здесь вот сделал. То есть мы переходим, и у нас, как видите, открывается ссылка на CatCut. Группы ВКонтакте, канал на YouTube, любые ссылки оставляйте, вставляйте в описание, и за переходы по этим ссылкам вам будут начисляться денежки. Но есть еще один способ, чтобы все это упростить и сделать процесс автоматическим. Для этого нам потребуется зарегистрироваться на сайте SEOFast или SEOSprint. Тут, в принципе, особой разницы нет. Я буду пользоваться сайтом SEOFast, потому что здесь меньше цена за создание заданий. Мы переходим на SEOFast, нажимаем «Разместить рекламу», выбираем «Оплачиваемые тесты». Так, далее, что касается текста, можно использовать примерно вот такой же вот текст, то есть переходим по ссылке, вводим капчу и в конце попадаем на пост ВКонтакте, ну или там на какую-нибудь страницу, в зависимости от того, что вы будете здесь рекламировать. И в ответе пользователю будет необходимо указать правильный ответ. Так, здесь мы выбираем тип «Клики по рекламе более одного», то есть у нас как здесь будет несколько переходов. Придумаем какое-нибудь интересное название, что-нибудь типа такого. Вот здесь мы выставляем вопросы, но это будет зависеть от того, что вы собираетесь прорекламировать. Так, ну давайте в качестве примера прорекламируем наш канал на YouTube. Мы копируем отсюда ссылочку, заходим в сервис CatCut, нажимаем «Заработать на своих ссылках», «Создать ссылку», вставляем, «Укоротить». Да, вот она ссылочка. Так, жмем включить, то есть активировать показ рекламы по ссылке. Копируем эту ссылочку, далее переходим на другой сайт, вот, например, AdFly. Вставляем ссылочку сюда, нажимаем сжать. Так, вот у нас еще одна ссылка с рекламы получилась. Опять ее копируем и переходим уже на Q32Link. Здесь мы тоже открываем ссылки, сократить ссылку, вставляем сюда нашу ссылочку, нажимаем добавить. Так, вот у нас появилась ссылка, и эту ссылку можно, например, еще пропустить через сервис сокращений. То есть вот укоротить, вот такая вот у нас ссылочка появляется, копировать, и, соответственно, ее уже вставляем сюда в задание. Сюда вставляем ссылку, так, правильный ответ. И вот здесь вот, собственно, пишем, что нам должен указать пользователь. Так, вводим правильный ответ, вводим какие-нибудь неправильные ответы. Ну, что-то по типу такого вот. Далее опускаемся вниз. С любой датой регистрации, качество исполнителя не установлено, пройти можно раз в сутки. Так, обязательно ставим уникальный IP. За выполнение задания с нашего баланса будет считываться 16 копеек, а получать мы будем, соответственно, намного больше. И здесь в основном выходите в плюс или в район около нуля, то есть это бесплатная реклама. Например, за место ссылки на свой канал на YouTube вы сможете поставить любую свою ссылку, у вас будут происходить переходы, пользователи будут попадать на ваш проект, который вы собираетесь прорекламировать, и еще вам будут начисляться деньги за сокращенные ссылки. То есть бесплатная реклама — это очень круто. Вот у меня есть задание, его уже очень много раз выполняли, и соответственно с этого я получал свои денежки. Способ этот довольно простой и, как видите, отлично работает. Ну и, конечно же, помимо сайта SEOFast, вы можете размещать эти ссылки, как я уже рассказывал, на своих каналах, группах ВКонтакте, то есть практически в любых социальных сетях, и, соответственно, получать с этого денежки. Вот такой вот у нас был небольшой видео. Если вам оно понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серега, всем пока!